В районе идет подготовка к межнациональному фестивалю «Хоровод дружбы», который состоится 26 июня в 12 часов на площади имени Трудовой Славы поселка Курагина. Приглашаем всех принять участие в его подготовке. Заявки на участие в мероприятиях фестиваля, а также предложения от национальных объединений о сотрудничестве принимаются по телефону 222-28, а также по адресу поселок Курагина, улица Партизанская, дом 183, администрация района, кабинет 305. В программе праздника концертная программа с участием национальных коллективов, совместный танец «Хоровод дружбы», выставка изделий декоративно-прикладного искусства, конкурсы «Кукла в национальном костюме», «Национальная краса», «Длинная коса», конкурс национальных подворий «Улица дружбы», выставка «Дегустация блюд национальных кухонь», много игр, аттракционов, спортивных конкурсов, мастер-классов. Национальный фестиваль «Хоровод дружбы» на территории Курагинского района имеет совсем небольшую историю. Впервые он проведен был в прошлом году в рамках форума депутатов Курагинского района, которые по теме «Стратегия развития Курагинского района 2030». Фестиваль, в принципе, будем говорить, уже прижился на нашей территории, пустил свои корни. Наш район очень интересный. Он интересный и по представлению национальности, этнических групп, интересен по миграционным потокам, прибывающим на нашу территорию. Поэтому я хочу сказать, что и надеюсь, что он будет именно нашим мероприятием. Мы будем и рады принимать все территории Красноярского края, все национальности, отдельных представителей национальности, готовы оказать содействие прибытии на территорию. Потому что я считаю, что население Курагинского района гостеприимное, социально ответственно. Живем в национальной дружбе, и поэтому готовы принять все коллективы, и не только коллективы, но и представители любой национальности. Приглашаем!